Так. Итак, всем привет. Погодка сегодня, конечно, очень ветреная. Так, мы сегодня, так сказать, приехали покопать, увидели симпатичную палочку, решили пройтись, разведать. Ну, коп-разведка у нас. Артур остался там, в самом начале поля, говорит, нашел уже прясло скифское. Мы с Юрой пошли вперед, ну, Юра, оно уже доходит поле до конца, впереди подсолнух. Хотим перебраться на ту сторону, на поля. Тут такая горбами поверхность, а на той стороне гладенько, классная и хорошая вспашечка. Сейчас пройдемся и будем к Артуру возвращаться. Там покрутимся, где прясло было. Ладно, все, смотрите, не переключайтесь.